План развития курорта осуществляется в Нагорном Карабахе. Впервые Мурсал Гусейнов пришел к этому источнику 83 года назад. Был он тогда 26-летним, полным сил молодым человеком. Впрочем, и сейчас на недостаток энергии 109-летний уроженец города Шуши не жалуется. Долго жителей в этом районе Нагорного Карабаха не один десяток. Место уникальное. Путь холодным ветрам прегражден Карабахскими горами. По их склонам растут леса из дуба, граба, бука, фруктовых деревьев. Много минеральных источников. Город Шуша – горно-климатический и бальнеологический курорт. Здравница союзного масштаба. Итак, скоро над этим ущельем можно будет совершить путешествие. Да, совершенно правильно. Скоро в будущем здесь будет проходить канатная дорога в трех направлениях. В ближайшем будущем у нас будет строиться спортивный комплекс в городе. Еще будут строиться плавательный бассейн для отдыхающих, санаторные комплексы, 300-местная турбаза. Около 1500 человек могут принимать каждый месяц санаторий и дом отдыха. Благоустроенные, оснащенные новейшим медицинским оборудованием. Ну а знакомство с древней культурой этого края, с памятниками, разве оставят равнодушными? И каждого, кто хоть раз побывал здесь, снова и снова будут звать к себе эти гостеприимные места. У курорта Шуша большое будущее. Его развитие – одна из важных задач социальной программы, осуществляемой на Горном Карабахе.